Детство. Глава 22. Мазурка. Краткое содержание. Николенька танцует мазурку с девочкой, княжной. Сбивается и останавливается. Гости смотрят на него, и ему становится очень стыдно. «Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка. Но зачем она улыбалась все это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку. И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.